Злой призрак на моем пути, беги за доктором. Позвольте мне назвать его Вильямом Вильсоном. Имя его внушает презрение, ужас, ненависть. Разнесла по свету молву о его позоре летопись. Самый низкий из низких, всеми отринутый, особенно преуспевший, без чести продвинутый. Негодяем человек становится постепенно, а вам ничтожеством после рождения стал мгновенно. И вот приближалась его смерть, тень ее украсила входную дверь. Она, упав на Вильяма, смягчила душу мне, ведь я жил из-за него, как в дурном сне. Он умер, прошел год, и вот как-то я вошел в свой дом, и мертвый Вильям шагнул мне навстречу, а потом прерывисто, нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в ухо: «Я Вильса! Развей мою скуку! Давай!» Во время его речи стояла такая тишина, было бы слышно, упади на пол, булавка одна. «Негодяй!» — произнес я хриплым от ярости голосом. «Самозванец, злодей, проклятый Господом! Довольно! Ты не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то на месте заколю тебя!» Я кинулся из залы в прихожую, увлекал его за собой, а он ничуть не сопротивлялся, шел за мной. Поединок длился недолго, напрасно я тыкал в него рапирой. Она рассекала лишь воздух, а он смеялся кривой походкой. «Ну, ты победил, я покоряюсь. Отныне ты тоже мертв, и я с тобой прощаюсь. Мною ты был жив, а убив меня, ты бесповоротно погубил себя.